имя определяет судьбу человека? Безусловно. Имя не только определяет качество человека, но и оно, безусловно, влияет на его судьбу. Имя – это сущность человека. Недаром написано, что Всевышний подводил к первому человеку Адаму всех животных, чтобы он посмотрел на них, понял их сущность и дал им имя. То есть имя – это сущность человека. Недаром на иврите буквы имени – это те же корневые буквы от имени души. Иными словами, те высшие духовные силы, которые влияют на человека, которые ведут его по жизни, они имеют свои корни в буквах имени человека. Но на самом деле это влияние обоюдное. Не только имя влияет на человека, но и человек сам влияет на свое имя. Наши мудрецы говорят, что у человека есть 4 имени. Первое – это то имя, которое дает ему Всевышний. Это те качества, те таланты, которым его Всевышний наделяет. Второе – это то имя, которое дают ему родители. То есть это то, что унаследовал от своих родителей. Третье имя – это то, что он получает от своего окружения, от того общения, которое он имеет. Но на самом деле это только потенциалы, это большие нули. Чем больше потенциал, тем больше нулей. Но все равно это остается лишь только нулем. Если же мы не поставим перед этими нулями единичку, тогда эти нули превратятся в многократное число. Поэтому именно четвертое имя – это то имя, которое сам себе человек создает. Своими поступками, своим выбором, который он делает в этом мире, он создает себе имя. Получается, что как имя влияет на человека, так обоюдно человек влияет на свое имя, и оно снова влияет на него. Это как бы такой круг. И наши мудрецы говорят, что именно вот это имя, доброе имя, которое создал себе человек в этом мире своими поступками, своей деятельностью, это то, что останется от него в этом мире.